Стоимость капитального ремонта Каменской поликлиники и терапевтического отделения – 38 миллионов рублей. На сегодняшний день в здании работы выполнены на 90%. Больница с 56 года постройка, данная постройка 58 года. Большого капитального ремонта до сих пор не было. И после приезда главы республики и министра здравоохранения, значит, были выделены средства на капитальный ремонт впервые. Я думаю, жители будут рады. Подрядчик выполняет работы с опережением графика. По словам главного врача Кабанской районной больницы, капремонт в поликлинике должны завершить в конце июля, а в терапевтическом отделении – в августе. Состав работ входит, получается, капитальный ремонт трех этажей, то есть двух этажей и цокольного этажа. Цокольный этаж не эксплуатировался более 10 лет. Нами было выполнено устройство приямка в здании, установлено 17 окон. Тем самым мы увеличили площадь здания, ну, уже отремонтирован до 600 квадратов. Алексей Цыденов отметил, что ремонт в поликлинике ведется качественно. С открытием здания жителям Каменска будет удобно получать медицинскую помощь в одном месте. Там тоже требуется, ну, там, парковку, стоянку сделать. Тоже сегодня дал поручение Минтрансу, чтобы предусмотрели и прилегающую территорию тоже немножко так облагородили. Вот. Но в целом очень такой качественный и хороший ремонт. Но главное, чтобы людям было удобно. Отмечу, капитальный ремонт поликлиники и терапевтического отделения ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. Кабанский район.